Направление, о котором говорит весь рынок. Полный газ. BN Booster. Так, все, да, вижу. Так, почему тебя двое? Ну, блин, один я уже не вывожу, надо двух. Надо двух меня. А лучше трех или четырех, вообще было бы прекрасно. Итак, друзья, добро пожаловать на нашу вторую официальную трансляцию направления BN Booster. Сегодня вас ждет очень много интересной информации. Во-первых, я полностью презентую вам инструмент BN Booster, расскажу о том, как он работает, какая механика, как мы взаимодействуем с нашим проектом-партнером. Также сегодня будет полноценная презентация проекта-партнера, то есть, который нам помогает достичь очень-очень большой цели. То есть вы узнаете, что такое мемкоин Baby BNB Tiger, и, соответственно, исходя из этого, поймете, какие перспективы открываются в целом перед участниками нашего сообщества. После этого, как мы презентуем эту возможность, точнее, Николай презентует эту возможность, у нас с вами будет розыгрыш айфона. Кто у нас готов забирать? Напишите я. Напишите я, пожалуйста, в канал, в чат. Я хочу посмотреть, сколько у нас людей. Кто хочет себе 15 Pro Max? Кто хочет 15 Pro Max? Я думаю, у нас сегодня будет просто замечательный победитель. Просто самый везунчик, самый лакер. Окей. Друзья, сейчас в первую очередь я открываю для вас экран, и мы коротко с вами порисуем, и я расскажу вам о том, что такое BN Booster, для чего он создан и как он работает. Так, транслировать экран. Все, вижу, что экран видно, отлично. Значит, смотрите, первое, что важно понимать. Давайте я пока еще оставлю себя. Первое, что важно понимать, это то, что BN Booster – это клубный алгоритмический умножитель BNB. То есть для чего вообще создан BN Booster? В нашем рынке сегодняшнем есть очень много так называемых хайповых возможностей. То есть те, которые быстро и много собирают аудитории, те, которые взрывают, дают классные иксы и так далее. И проекты с подобной механикой, где люди собираются в некую одну большую цепочку или цикл, или как угодно можно называть, это не новая идея. То есть так делали сотни раз до нас, будут делать сотни раз после нас, но у нас есть два корневых отличия, которые от всей этой массы нас выделяют. То есть что мы сделали такого, чего у других проектов на текущий момент еще ни разу не было. Первый момент. Для того, чтобы объяснить вам отличия, нужно понять, как вообще работает вся эта механика, то есть в чем заключается суть. Суть заключается в том, что все люди, которые заходят в проект, все становятся в одну цепочку. То есть есть некий условный номинал, то есть стоимость одной позиции, ячейки, называйте как хотите. У нас это 0.25 BNB. И, соответственно, все люди, которые приобретают данные позиции, они все становятся в одну цепочку друг за другом. По сути, в техническом виде это не отличается, все это идет в виде одной линии. Кто-то там рисует кругом, кто-то зигзагами, кто-то еще как-то, то есть, ну, это просто визуальное отображение. Суть везде одна, все люди занимают позиции друг за другом. И в разных проектах есть разная механика, то есть где-то 3 человека выталкивают одного, где-то 4, где-то 5, где-то 2. То есть у нас в нашей механике 2 человека выталкивает одного на выплату. То есть если мы берем первый уровень, всего их у нас 8, то есть вот первый уровень, активация первого уровня одной позиции в первом уровне стоит 0.25 BNB. Соответственно, когда человек активировался, предположим, он стоит в этом цикле самый первый. Это значит, что два человека, первые зашедшие после него, сразу пойдут на выплату ему, то есть средства от этих двух людей, от этих двух позиций. То есть получается 0.5 BNB у нас ушло сюда. И по маркетингу, по математике, 0.1 BNB у человека становится доступны к выводу, а 0.4 BNB, соответственно, отправляются на автоапгрейд, на активацию уровня 2, для того, чтобы человек получал больше выплат. Какое уникальное торговое предложение? То есть, когда у нас, вот я вам говорил, что у нас 8 уровней, когда у нас человек закрывает 8 уровень, даже когда он закрывает 7 уровень, если быть точнее, у нас он получает x20. То есть если мы говорим про одну ячейку, одну позицию 0.25 BNB, баланс, который он получит, это 5 BNB за прохождение всех уровней. При этом ему не надо
проходить все уровни, чтобы увидеть вот эту вот сумму, то есть не ждать всех уровней, чтобы увидеть только эту сумму, а на каждом уровне, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на каждом уровне идут выплаты. То есть человек выплаты видит часто. То есть это очень важный момент. Теперь я открою для вас PDF-презентацию и открою, покажу вам таблицу. Открою, покажу вам таблицу. Так, вот так. Вот, то есть здесь перед вами 4 линии, в которых отображаются самые важные параметры. Первое – это сумма на активацию. Второе – это сумма, которая на закрытии этого уровня идет на баланс и доступна к выводу. Третье – это сумма, которая идет на апгрейд, то есть активацию следующего уровня. И четвертое – это количество TNX для клейма прибыли. То есть так, как я говорил, что это клубный инструмент, для того, чтобы вы могли получать не только выплату со второго уровня, то есть для первого и второго уровня вам наш клубный токен не нужен, а первый и второй уровень вас выводит в безубыток, то есть 0.1 на первом уровне чистая выплата, на втором 0.15, то есть в общей сумме 0.25 BNB. И получается, чтобы заклеймить, то есть получить на кошелек, на ваш MetaMask или Trust Wallet эту выплату, вам не нужно иметь TNX на балансе в личных кабинетах. Но если вы уже выходите на следующие уровни, соответственно, вам нужно иметь TNX для того, чтобы заклеймить прибыль, то есть ее получить на кошелек. И, соответственно, здесь есть очень важный момент. То есть вот эта сумма в BNB, она всегда очень ощутимо выше, чем вот эта сумма. То есть даже если человек на данный момент не является членом сообщества TNX, если у него нет наших токенов, ему не будет никакого труда купить, соответственно, эти токены. И когда он выведет вот эту сумму, она значительно перекроет вот эту. То есть я думаю, это понятно. И все активации, которые у нас есть, вот я вам говорил про два корневых отличия. Все активации, которые у нас есть, могут быть произведены только на первый уровень. То есть в отличие, вот сейчас я говорю про первое коренное отличие. В отличие от всего, что делали, у нас уровни идут только последовательно, и человек ни на какой, кроме первого, зайти не может. То есть, условно, привожу пример. Во всех проектах подобного типа человек мог зайти, например, сразу на первый, на второй, на третий, на четвертый. И если он заходил отдельно на второй, на третий, на четвертый, это как будто были отдельные очереди. То есть, если я захожу только на один уровень, только на первый, то люди, которые заходят на второй, никак меня не продвигают. Которые на третий, никак меня не продвигают. И если я тот человек, у которого там условно хватило свободных денег только на первый уровень, то ребята, которые заходят с серьезными деньгами, никак меня не продвигают. В нашей системе принцип совершенно иной. Все люди у нас активируют только первый уровень. И соответственно, если даже есть некий кит, который заходит там на 100 ячеек, на 100 позиций, то он весь первый уровень, соответственно, на 100 позиций продвинет. Это значит, что 50 позиций перед ним выйдут на выплаты. То есть так как у нас двое толкают одного. Это очень важный параметр. И соответственно, когда у нас человек выходит на выплату, у него автоматом активируется уровень 2. То есть это некий автоапгрейд. Для него вам не нужно ничего нажимать, ничего доплачивать, ничего делать. И с каждым уровнем у вас приходит сумма на баланс и сумма на апгрейд. Сумма на баланс и сумма на апгрейд. Когда закрывается седьмой уровень, нам приходит последняя крайняя выплата с данной ячейки. Это 2,5 BNB и 8,2 отправляется на восьмой уровень. Вот это как раз второе такое тотальное, сильное очень отличие от всего, что было. То есть самый главный вопрос человека, который заходит в подобный проект, это кто будет меня толкать. Вот как заработаю я, если завтра никто не зайдет? Поставьте плюсы, кто согласен в чаты, что вот это самый основной вопрос. Вот если завтра никто не зайдет, я зашел сегодня, лидерский состав зашел вчера. Если я сегодня зашел, вот обычный человек, без команды, без больших денег, без всего, что я получу, если сегодня все остановится? Вот это самый главный вопрос. И мы... Ну, я не побоюсь этого слова. Я лично с моим опытом в сетевом более 10 лет, я не видел ни одного проекта, который что-то подобное делал. Мы сделали так, что вышестоящие очень сильно толкают нижестоящих. Каким образом? Объясняю. У нас с вами есть восьмой уровень, с которого выплаты мы не получаем. То есть на 8,2 BNB он активируется, 16,4 BNB выходит с него.
Эти деньги отправляются на маркетинговый кошелек проекта. Из них 15 BNB отправляются в резервный фонд. Я сейчас объясню, что это такое. И 1,4 BNB на лотерею и розыгрыш. И вот теперь вот эта фишка, второе отличие. То есть наш резервный фонд, что это такое? Эта сумма, на эти суммы закупается как раз токен наших партнеров, Baby BNB Tiger. И я сейчас буквально в двух словах скажу про потенциал. То есть у Baby BNB Tiger на данный момент за последний месяц роста 300%. 300%. Ликвидности более 400 тысяч долларов. При этом от своего АТХ, all-time high, он находится сейчас на 10 иксах. То есть 10 иксов у нас до АТХ. Это то, что мы с вами по факту можем сделать. И теперь, внимание, важный момент. Я сегодня с утра приводил в канале просто отличный пример, что у нас зашло, какое количество позиций у нас зашло и какое количество восьмых уровней закрылось. Исходя из этой математики, значит, что вот те токены BNB Tiger, которые у нас на сегодняшний момент есть, в случае, когда Baby BNB Tiger дает 4 икса, у нас все партнеры до единого, все, вот, которые сегодня зашли, они все будут в плюсе. Все до единого. Вы представляете, что это такое? То есть вспомните все проекты подобного типа. Везде одно и то же. Лидеры заскочили, там максимум 1-2 дня поработали, все, на этом все останавливается, и дальше уже ничего не сделать. Эту махину не раскачать, и люди, которые там половина или даже 2/3, которые зашли последними, они уже ничего не заработают, ничего не получат. У нас вот этот резервный фонд, он будет распределен между теми людьми, которые не закроют первый и второй уровень. То есть те люди, которые не вышли в безубыток. И этим людям, в зависимости от цифр, то есть там может меняться, в первый день мы считали, то есть это зависит от количества ячеек, в первый день у нас по математике выходило x6, нужно было сделать в тигренке, чтобы все вышли в безубыток. Вот сегодня, во второй день, у нас уже x4. Достаточно, чтобы вот все ячейки на сегодняшний день, вот даже если никто больше не зайдет, 4 икса, все, все люди в безубытке. Вот это самое важное для понимания. И сейчас вот на вот этой ноте я хочу очень важное УТП, уникальное торговое предложение наше озвучить. То есть представьте себе, вы заходите, ну давайте среднюю для всех сумму, там, ну такую терпимую, на 2 ячейки. Да, предположим, 0,5 BNB. По текущему курсу это там около 270 долларов. Вот вы заходите на эту сумму. В случае, если все отрабатывает, все классно, у вас за месяц из этих 270 долларов 5400 долларов. 5400 долларов, просто вслушайтесь. А в случае, если что-то пошло не так, что-то не сработало, и вы тот самый человек, который не закрыл этот уровень, то есть не вышел без убыток, у вас ваши BNB обратно вам не вернулись, вы получите токенов Baby BNB Tiger, которые при небольшом своем росте, не очень сильно, которые они давали намного больше, может вывести вас не только в безубыток, но еще и в иксы, то есть еще и в очень серьезный плюс. Вот это то, что мы сделали первыми. Вот это то, чем я на самом деле очень сильно горжусь, и то, благодаря чему на текущий момент нам вообще не страшно. То есть я, как человек с опытом создания проектов, да, сейчас закрою демонстрацию экрана, секунду. Так, где у нас? Так, где у нас? Так, остановить запись, название трансляции. Так, ребят, что-то я потерялся. А вот. Все, спасибо. Вот, я как человек с опытом в создании проектов, у нас всегда привычка руку на пульсе держать. То есть ты все время считаешь, думаешь, блин, хватит, не хватит, получится, не получится, сработает, не сработает, так или не так. То есть здесь это первый инструмент, в котором я вообще об этом не парюсь. Потому что я точно знаю, что любой человек сегодня заходящий, он эти токены на баланс получит. То есть пройдет неделя, две, три, пять, десять, месяц, разницы нету. Хоть полчаса. Человек, который заходит последний, он никогда с нулем в кармане не останется. Вот это супер важно, я считаю. У нас с вами, где у меня генератор? Вот он, генератор. У нас, давайте я сразу демонстрацию экрана открою. Открываю демонстрацию экрана. У нас с вами 500, так я записал, 532, верно? Так, секунду, сейчас я точно вам скажу.
мне разработчик отправлял перед этим 532 ID. То есть 532 уникальных кошелька. Кстати, прикиньте, насколько мало нас еще. У нас всего 532 человека. 532 кошелька. И вот смотрите, ID 1 это маркетинговый кошелек. Так, мой экран же видно, да? Да, видно. ID 1 это адрес маркетингового кошелька. То есть мы начинаем со 2 по 532. И смотрите, я сейчас сделаю 4 раза сгенерировать. Это мы просто потыкаем в воздух. И пятый раз у нас будет победитель. Начинаем. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Вот это будет победитель. 345. Ребята, есть у нас здесь человек прям в прямом эфире с ID 345? Все же видели? Напишите в чат. Есть ли у нас здесь человек с ID, сколько там еще раз, 345? Мы сейчас еще в канал напишем. Артем, привет, всем привет. Да. Слушай, а получается, те, кто сейчас в очереди, но у них тоже есть айдишник? Конечно, ну, да. А, у все, всех, окей. у всех. Все, написали. ID 345, ты выиграл iPhone, откликнись. У нас примерно через 40 минут разработчик будет на связи полноценно. Он проверит по логину. А в Bean Booster, ребята, переходите. Вот там, где у вас статистика по всем этим, есть ID. Статистика по ячейкам. Константин, на следующую АМУ, когда будешь делать розыгрыш, надо, чтобы человек условия сделать, чтобы человек был на эфире. Это будет прикольнее. Думаешь, лучше так сделать? Конечно. Пропустил эфир, не получил подарок. Ну а что? Слушай, ну да, на самом деле это круче. Я думаю, у нас так больше людей будет сильно собираться. Тём, однозначно, я бы еще сделал, добавил бы какие-то, нужно сейчас добавлять условия, чтобы человек сделал какую-то отметку в Инстаграме чего-то. То есть, ну, чтобы это, ну, это такой нормальный приз, нифига себе, там, ну, даже блогеры супер топовые, понимаешь, там раздают. Там нужна хотя бы какая-то отметка, чтобы была, чтобы какое-то действие человек сделал. Вадим пишет, переигрываем. Не, ребят, все, у нас сегодня уточняли, смотрите, я сказал заранее, у нас сегодня уточняли в чате, если буду отсутствовать и выиграю, заберу, я сказал да, поэтому все, это мы переделывать не будем, здесь уже никак. Поэтому, ребята, смотрите, я еще раз поздравляю, вот Александра пишет я, ну я надеюсь, что это правда, Александра, я тебе напишу в личку. Привет, скинь скрин с ID. Вот, написал в личку. И мы в любом случае проверим, то есть мы посмотрим. Так, и логин. Сейчас. И логин 10x. Так, есть.